чисел. О том, что шоколад замедляет старение, знает, во-первых, Дима, и через несколько секунд, судя по всему, узнает вся страна. Да, действительно, я-то знаю про то, что замедляет старение, потому что мне-то 45, а выгляжу-то я всего-то на 47. Итак, ежедневно употребляя в пищу черный шоколад, можно замедлить старение кожи. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, мои любимые. В ходе исследования они выяснили, что несколько плиток черного шоколада в день замедляют процесс разрушения коллагеновых волокон и улучшают обмен веществ в нашей коже. Это происходит благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Не будем уточнять, каких именно, но это происходит. Ранее было доказано, что черный шоколад помогает бороться с синдромом хронической усталости и бессонницы, а также улучшает память и обладает противовоспалительными свойствами. Я сунт де аккорд, кучаяче, де писат в атаке Мария Британия. Дар, я требую сам менționам фактур, că atunci când cumpărăm o ciocolată, bineînțeles, o facem după preferințele proprii, important este să alegem o ciocolată care conține 100% unt de cacao, altfel nu mai are niciun rost să o mâncăm. Ai dreptate. Ну да, еще я на самом деле считаю, что все-таки не только шоколад помогает не стареть, потому что, вот, допустим, взять певца Митю Фомина. Да. Он вообще не стареет, но я думаю, что это не из-за шоколада. Я думаю, не из-за шоколада, потому что, говорят, много сладкого съешь, попа слипнется. А это для Мити Фомина страшный сорт, если вообще это произойдет. Ну, белок еще надо употреблять в пищу. Да, мы даже знаем, какой белок. Ну, это, Кристина, давайте не будем вдаваться в подробности. Курятину какой-то, грудку. А, грудку, точно, ёкалэмэнэ. Я сейчас скажу одну вещь, после которой меня будут благодарить особенно женщины, которые любят шоколад. А ну-ка. Так вот, я нашел информацию, после которой вам не будет стыдно. Оказывается, друзья мои, шоколад – это овощ. Шоколад бывает из какао-бобов. Бобы – это овощи. Сахар и сахарные свеклы. Свекла – это овощ. Итого, шоколадка – тоже овощ. А овощи полезны для здоровья. Вот, отличный вывод. Замечательный. Вот такие вот дела. Хэппи мясо.